затопил нахуй. Эти шмоточки. Что-то все страшно, страшнее становится эти. Есть кто живой? Вовка! Дед! Блять, спал мне. Его взяли, что ни с того, ни с сего. Как надо, я себе нахуй. Пятером нахуй. Ну давай, посмотрите, все лучше на тебя, блядь. Дружки, всем привет. Приехал в детский дом. Гостинцев привел, привез. Всем спасибо огромное, ребят. Так, вон. Опа. Опа. Три пакетика сегодня, ребят. А что, блин, на улице, ребят, погода у нас. Я вам скажу, ух ты, блядь, что такое-то. Погода, ребят. Блядь, дубачок. 5 градусов, ребят. Сейчас посмотрим, эти шалаши, не в шалаше там живут. Сейчас, ребят, у нас вроде нормально. Так что видите, у нас такие перепады. То 30-ка, то 5 градусов. Тут обещают даже похолодание, что-то не снег, что ли. Так что идем. Идем, поедем, посмотрим. Детишка нам соку набрал. Таких фруктов, конфеты, печенюшек. Спасибо вам огромное, ребят, что помогаете детскому дому. Да всем спасибо, ребят. Я говорю, не будь бомжей, будет помощь. Бомжи тоже. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вам гостинчики. Детишкам. Уж подниматься не буду. В прошлый раз поднимался, да. Угу. Ну все, до свидания. До свидания. Спасибо. Пожалуйста. Все, ребятушки. Помчался. К бомжикам. Встречайте. А еще, ребят, хочу сейчас поговорить. Ребят, блядь, хочу, не знаю. Может, он здесь специалисты, там кто эти дверные карты, блядь, обтягивает, перетягивает, ребят. Что там за рекламку дам. Да вообще, ребят, если есть желание, я могу прокачать машину. Если будет там под этим видео, найдется, ой, напишется 100 сообщений машина, то я займусь ее прокачкой, ребят. Вот видите, хочу обклеить. Так что, ребят, 100 сообщений машина. И будем прокачивать, что обклеим. Это как называется, блядь. Ну там вообще, вот видите, чехлы такие купил. Охуенно, ребята. Фу, блядь. Ну все, поехал к бомжам. Ребятушки, ну что, приехал я. Смотрите, у них тут, блядь, джунгли уже нахуй стали, блядь. Ебаный рот, блядь. Поглядим, кто тут чего, кого. Как вы думаете, ребят, ждут, не ждут они? Посмотрим. Сука, вот тут джунгли. Джунгли зовут. Паскудники разобрались, блядь. Сейчас. А, тут что-то шмотки, блядь. Валяют все нахуй. Пиво кто-то пил нахуй. Эти шмоточки. Что-то все страшно, страшнее становится эти. Так. Это что такое? Вот, может, сейчас найду себе, видите, а? Кто-то пришел. Так, а как вы, ребята, говорите, блядь, очкуют пучеглазы? Конечно, тут очкуешь, блядь, хуй знает, что тут у них сейчас. Придешь, они там, блядь, захуярят меня. Ну, для этого случая я беру свой баллончик. Конечно, он не спасет, но как-то приостановит. А там кто-то пишет, такие бессмертные, блядь, не боятся, нахуй. Как тут не боятся? Ну, что? Они же не знают, что я, блядь, без денег. Они думают, я хоть с баблом, по башке дадут нахуй. И все, и вы больше не увидите видео. Но, ребят, я аккуратен. Травишки. Наверное, брат родной пришел паскудник, намусорил им. Бомба стоит нахуй. Бедра стоят. Вещи висят. Костра нить. Спит, не спит. Опа. Хуй на руль. Никого нету нахуй. Вот такие, ребята, дела нахуй. Дед! Максим, ту. Ну вот как-то так, ребят. Видите? Ну все, ребят, что? Поехал, сейчас машину поменяю. Пойду искать. Вот такие, ребят, как бы вам сказать-то, блядь.
Блять, это очковно, ребята. Лес такой. Как бы какие вот планы, какие рыбалки, хуялки, ребята. Вот видите, они или пьяные, блядь, или их нет у нас. Так что, потому и снимаю, что получается-то. Паша, передай деньги этому, передай этому. Кому этому? Только Паша себе может передать деньги. Потому что он, в отличие от них, не прогуливает работу, нахуй. А они вот, блядь, их прогуливают. Вот видите, ребят, кто работает здесь? Правильно, я работаю. Они нихуя не хотят работать. Потому и нихуя хуй получит денег это. Ну все, ребят, поехал. Потом буду искать, включусь. Ребят, даже еду, даже этих нету. Орлов. Думал, какие, блядь, какой-то контент запилить. Даже нету их, ребят. Так что, блядь, едем дальше. Возможно, сегодня, ребята, даже никого не найду. Ну, посмотрим. Сейчас поедем бульдога. Бульдог должен искать. Сейчас к рыжему старый бомблю проедем. Может, он там тусуется уже, где ехал. Хотя я знаю, ребят, рыжий, мне сказали, рыжего сестра забрала. Тоха, с Катей, вам привет, они приезжали к ним. Дед один был в шалаше, ребят. Ну, потом я видел залью там, которую они снимали на телефон. Так что рыжего, говорит, сестра забрала, им документы восстанавливают, там, паспорт делают. Не знаю, для чего он там, или переписать что-то, или, может, его реально хотят в нормальную жизнь вернуть. Ну, заебись, если вернут, это будет заебата. Если рыжий, конечно, сам захочет. Вот так, что, едем. Едем по дорогам, нахуй, с облаками, блядь. Хочу отдельный привет передать Сергею Базылеву. Тебе привет, что смотришь меня? Сын попросил, говорит, Пашка, говорит, смотрит, как тебе. Батя мой, говорит, блядь, очень приятно, когда смотрят взрослые люди. Так что, Базылев Сергей, спасибо огромное. Привет от Павла Васильевича. Ну что, ребята, как старые добрые времена, Павел Васильевич. Ездит, ищет бомжиков, приехал сюда, в старый рыжий дом. Здесь, не здесь, кто-нибудь есть. Есть кто живой? Вовка! Дед! Ну ничего, насрали. Кто-то поднасрал им. Все, поехал дальше. Сейчас проеду через брата. Ну, брат родной, без приезда там сгачать. Брат родной уехал в Нью-Йорк, как многие видели там в группе ВКонтакте. Так что он, наверное, вернется не скоро. Пока доберется, пока туда все там. Трампу привет передаст, блядь. Хуев набегает. Поеду до бульдога тогда. Бульдог на трубах там должен быть. Как вы помните, да? Давайте подключусь. Ребят, все-таки решил заехать. Брату родному посмотреть. Живет, не живет, здесь тропинка-то вроде протоптана. Есть, я не знаю, что место. Так, где кашки вот здесь видно. Да, ребят, камера заебала. Ладно, ребят, здесь не живет. Есть, может, какие-нибудь спонсоры, ребят, он не хочет проспонсировать на камеру. Блядь, очень буду рад, нахуй. Может, такой же найдется спонсор, как у Танюшки. Пашка, тебе, кстати, привет. Проспонсирует камеру, блядь, ребят. Каждое видео будете, блядь, сорямчики получать, блядь. От меня, от всех, нахуй. Ну все, ладно, это была шутка. Ну, каждая шутка есть доля шутки. Поехал на трубы, нахуй. Ребят, все, жара, видите, наступила. Сейчас очень сложно их будет искать. Кто доносом это понимает, как лето. Я их постоянно так наматывал, блядь, кругаля по городу, нахуй. Бывало, никого не находил. Ну, потому и заебись, ребят, что я наснимал видео наперед. И вообще я не понимаю таких людей, которые, блядь, что ты старое видео так держишь долго. Ребята, да какая разница, когда это было снято? Вам что, блядь, именно дата, блядь, времени, что ли, так важна? Какая разница? Неделю, две назад было снято. Лишь бы был контент. А то вообще, вот сами вдумайтесь, какая вам разница, блядь? Я вообще ору над теми людьми, которые, фу, блядь, так это уж когда он снял, только нас сейчас заливает, блядь. Да какая хуй разница-то, когда это было снято? Вы же смотрите контент. Или кто-то там, блядь, кого-то... Такое ощущение, что тоже другой снимает, раньше меня заливают, и они же, они посмотрели, начинают меня, у меня смотреть, говорят, фу, старое видео, блядь, хуйню не занимайтесь, ребят, ебать, какая разница, контент есть, вы смотрите, я вам снимаю, возьмите, выглядите, на бомжах зарабатывают, бомжи не хотят работать, нихуя, Павел Васильевич работает, блядь, ездит их, ищет, нахуй, они нихуя не работают, паскудники, ну все, учусь, ребят. По дороге заехал голубь. Че, на голубка-то попроведовать хуй.
голые, тоже, блядь, эти заросли нахуй. Там домчик, это, блядь, будет тут. Жизнь кипела. Дети росли, голубь воспитывался, блядь, вот так вот, нахуй. Че, как думаете, голубь тут и тут? Сегодня Павел Васильевич, наверное, борода. Только мою рожу посмотрите. Никого не встретим, нахуй. Картошку усадил куда-то. Голубь! Сиди, сиди, сиди. Голубь! Голубь! Симбайзер. Охуеть, как тут жить. Вот так вот, нахуй. Ну все, ребят, блядь, голуби нету, нахуй. Все, короче, блядь, бомжи меня похолодело в игнор, нахуй. Игнорят меня, суки. От суки. Ебаные, не хотят, не хотят работать. Бульдог, падла, блядь, вижу. От суки, бульдог. И стоял, ждал из меня пасхуни там с кем-то, блядь. А я не посмотрю, кто там, блядь. Стоят, блядь, ребята, и ждут меня, нахуй, всякие. Ну вот, ребят, ничего так плохо, подумали, нахуй. Вот и нашел хоть. Бульдог, сукин сын, здорово. Куда пошел, блядь? Здорово, Валентин. Мы там у металлиста, здесь, мы с другой типа, класс. Я понял. Там Танька, это... Танька какая? Танька, Серега. Какая Танька? Я, а? Какая Танька? Я улетал, прикол, по твоей клубе висел. Пошли, пошли к Валентину, пойдем. Сейчас пойдем туда. Валяка! Сукин сын, блядь, рассказывай паскудник, где был, блядь? Че, блядь? Отхуярили его. Тебя отхуярили, что ли? Ну, ни за что вообще. Блядь, нахуй, блядь. Как ни за что, блядь? Ой, за что? Блядь, ну дай ему тогда пузырь за это, блядь, сигаретами, нахуй. Лежал. Дай тебе еще тоже въебу тогда просто нахуй. На пузырь нахуй. И он лежал просто там, блядь, значит, он спал. Блядь, спал мне. Его взяли, если ни с того, ни с сего. Если нахуй. Пятером, нахуй. Ну дай поставить их все лучше на тебя, блядь. Пятером, что ли, блядь? Да, ну, сука, бульдог, ты его хуярился. А было. Ты бульдог как, блядь? Да так, а где тельняшка, блядь? А? Тельняшка не проебала? О, подожди, не проебала где-то. Я пакет вообще оставил. Кепка где, блядь? Я не помню, кепку не помню где. Ну-ка, передай Сергею Базылеву привет. Сергей Базылев, привет, скажи. Сергей Базылев, привет. От бульдога и Валентина. Любимая моя, скажи, любимая моя, привет. Любимая моя, привет. Ну как дела, блядь? Дай ему пузырь, нет? Да. Все, счастливый. Да, много да. Не пей, нахуй, а то опять отпизжу. Я же тебя пиздился. Как вы? А где Николай-то, блядь? А Николай вот сейчас только был, ушел. Да? Ждал. А что ждать-то? Что, вы туда поедем? А? Ну так, подожди, ну там, там все Серега. Вот там. Серега, помнишь, Серега был и та, и та. Вот там. Тайка, да, подруга новая, что? А? Ну, ну поехали тогда, хуй, да. Давай, Валентин, чё, какао, нахуй? Жди меня здесь по воскресенье, понял? Ладно. Давай, надо тебе по второму уебать, чтобы тебе, блядь, симметрично, да, симметрично было, нахуй. Это, сука, Валентин, ну, паскудник, нахуй. Ладно, нахуй, не ругайся, давай иди пей спокойно. Давай, Валентин, блядь. Ну садись, блядь, бульдог, покатаю тебя, блядь, сейчас. Это, сука, бульдог, тельняшку Димкину проебал, нахуй. Серьезно говоришь, проебал? Сейчас открою дверь, да подожди, хули ты. Это, сука. Вот так вот, ребята, какие вещи, нахуй. Цешку проебал, эту проебал, нахуй. Я что буду продавать? Да почему? А? Почему не будешь продавать? Я и кепку тоже. А у меня кепка, я... А где у тебя кепка-то? Здесь пакет положено. У меня, блядь, не это, не пакета нету. У меня там все эти, блядь. Кто? Мои пакеты, ну, поедете, блядь, я взял. Ну, еще поебал, да? Все проебал, нахуй. Я тебе серьезно говорю. Да я верю, нахуй, что ты проебал. Я тебе верю, я же честно говорю. Я же вижу, нахуй. Кому я? Рыжего ты видел, нет? А? Рыжего. Вижу, он рыжего этого. Он у нее его сердце забрала сестра младшая. Я здесь шел старшую сестру, ты видел? Ну, она все, он видел. У нее живет, что ли? Да, он ее забрал, там у них что-то. Короче, с землей что-то там. Ну все, вообще, рыжий бомжом перестал быть, он закодировался, да? Ну я не знаю, но... Ладно, бульдог, бля, паскудник, нахуй. Она в порядок его привела, там все. Надо ну, че? А? Ну, там надо что-то, бумаги какие-то. На, бульдог, тебе денежка.
Блин, там машина. Все, от души. Давай, скажи ребятам всем спасибо, нахуй. Ребята, всем вам спасибо большое. Там, любимая моя тебе передала. Любимая, как? Любимая моя, скажи. Любимая моя, тебе от бульдога привет. Увидимся когда-нибудь. Она приедет, бульдог, приедет, блядь. Ты смотри, нахуй. Вот, нет. А что это, сетку с киса видел, нет? Они подожди, знаешь, что там было? Там, короче, это самое. Они где живут-то? Они, короче, там у него, где это, отчим, но. Короче, это объявился. Ну, это отчим, это, у него был. Он им, короче, сам говорил, то, что это самое, как бы, как типа, дом, это самое, там что-то сделает, куда-то их везет, ну, чтобы жили они там. Ну, ты же, там, все. Но с первым-то больше не жил, я два раза ездил, я, и все. Не был, ну, я куда не уехали. Я знаю, ты что, я же был, блядь, ты что, но алкоголик ты не я. Да я, в принципе, и так не скучаю без них, нахуй. У меня здесь, блядь, знакомых полгорода, он, нахуй, да? Ебал. Я иду, блядь, пройти не могу. Бульдог, привет, нахуй, ёлки-палки, все, пиздюки все, нахуй, звезда, бульдог, блядь, стал, нахуй, молодец, бульдог, всем привет, передавай, нахуй. Я чуть никого здесь, блядь, не бежаю, ничего, вообще нормально. У меня друзей здесь сколько. Ребята, делаем. А сейчас еще больше. Делаем ставки, через сколько бульдог напьется. Да, бульдог? Пару глотков, нахуй, бульдог опять в нокаут, нахуй. Он. Это сука, бульдог, блядь. За это взялся, как надо. Да? Да. Все, хватит, нахуй, скажи, бухать, да? Что-то пахнет, ничего нет. Все, ребята, за ум взялся бульдог. Я уже давно с умом, только я пил много, просто. А сейчас и меньше пью, да? Давно. Все равно за ум взялся. Да? Ну. Да молодец, блядь. Мне нравится, ты такой мужик, всегда за ум берешься, блядь, вовремя, нахуй. Да, так я как бы сказать, блядь. Паха, блядь, я слышал, я сам на самом-то деле, блядь, совсем другой человек. Так я же вижу, ты мужик, я, ты, блядь, я так, с головой, нахуй. Нет, понимаешь, это. Серьезно, больше всего. Я бульдог, блядь, я ж вижу. Хули, ты реально, блядь, это. Я не то, что там это сам, знаешь, там хихиха, там посмеялся и все. Не-не, а потом, ты. Что? А я, блядь, тоже вижу, что без работы так же охотно и жить так, как бы нормально. Так что я не знаю, кто там думал, что бульдог, блядь, не серьезный, ребят. Бульдог серьезный, нахуй. Да, бульдог? Конечно, бульдог, блядь. Я бываю, то тоже и когда это самое. И выпьешь бывает, да, немножко? Немножко выпить-то можешь. Повеселись тоже, то и у меня тут настроение, он тоже есть. Когда настроение, блядь. А ты веселиться нас же любишь, да, бульдог? Да, бульдог? Блядь, бульдог. Что там, Танюха нет там? Да, о, ребят, сидят нахуй. Пошли, хоть ей водочку возьмем, хоть. Там водочку. Сигареты возьми, ага. Потом тебе еще там, держи. Пошли, ребят, сейчас пойдемте. А, ты хоть стакан-то возьми, бульдог. Я уж кушать вам не стал, вот, бери. Потому что хули вам кушать, я вам денег дам, да и все нахуй, сами купите, да, бульдог? Денег вам дам, говорю, и сами купите. Так, где мне ключи-то, блядь, ребят? Так что, ребят, кушать им не буду покупать. Сейчас им денежку дам, они купят, бульдог купит, нахуй, да? Ребят, как бы это ни звучало, так, бульдог, тебе штаны, нахуй, на. Штанов тебе. Только в пакете оставь. Ладно, давай, потом тебе дам. Бля, ребят, камера, пиздец, включается, нахуй. Здравствуйте. Таня, привет. Здорово, Серега. Ну что, как дело у вас? Да, тебе не холодно так, ты что? Холодно. Меня домой не пускают переодеться. Да? Я говорил, что я ему домой. Может, штаны дать пока? А? Твои штаны хоть дать там тут много штанов. Пускай хоть оденет. Так сейчас-то пускай идет. Вот я не знаю, мужские оденет, нет? Они ей оденет, мужские-то пока хоть. Они большие будут ей. Так, нахуй тебе 200 рублей, чем пожарить кванку бежную. Держи. Пошли, да, оставь стакан водку. Я не куришь. А? Я вон, я дал сигарету. Дай скорее курить. Что, а ты что сейчас? Снимешь, что ли, бля? Да. Ну, а что ты, как на трубу-то? Она тут не. Вы с нами еще вообще не бросаться всегда. С нами да? Везде. И, бля, мне тут молодец, блядь. Дай сигареты им. Дай сигареты. Спички-то есть? О, блин. Я еще 3 недели. А, вот. Да нет, это все, да, убери, да все видно. Что 3 недели? 3 недели назад еще работала. Да? А где работал? Да. А вот на Сувейке. У ней права есть? На Сувейке. У меня, ну, я как бы не это,
Это сейчас я такая стала. А что запировала-то? Просто? Нет, мне знакомый попросил его подлечить. Я его подлечила, купила себе коньяка. Думала, выпьем маленько и все. А оказалось, не маленько. Да? Сейчас, подожди, я шины принесу. Давай, блок, разливай пока. Сейчас я шины принесу, ну что, девка замерзла. Ну вот, ребят, и новая Татьяна появилась у нас. Так что, не бывает, все это место пусто не бывает, ребят. Да, я что, пропуск начал. Ребят, блин, вчера пластик не мог купить. Что, осталось? Нет. Так, ну что, какие штанишки-то? Вот такие, наверное, вот. О, ты даже более женские такие даже. Пускай давай. Так. Сейчас. Вот такие дела, ребят. Видите, подлечила и за собой ушла. Бля, что, не то я прошел, что ли? Промазал нахуй. Так вы что, блядь, на трубы спите до сегодня? Нахуй, одевай штаны, блядь, только теплее будет хоть. Блядь, у Серега чисто одет, блядь, бульдог сегодня грязный. Я чуку, блядь. А что не поглядаешься-то, блядь, ты все что-то? Сейчас я уже вон, сейчас. Серега, давай ты хоть, блядь, выхаживай, хуй. Сидишь. А что не одеваешь-то, одевай. Прямо сейчас, что ли? Так а что ты, блядь, стоишь, блядь, дрожит? Нет, блядь, когда тепло будет, оденешь. Когда тепло настанет, тогда одевай. Ну, что ты? Все, блядь, замерзло какая-то она. Блядь, бульдог, бульдог, дай глоток, блядь. Раз, раз, чем ухаживаю, блядь. Че он, где он, блядь, это? Тельняшку-то проебал. А? Я говорю, в пакете плохо здесь встала, блядь. Я серьезно говорю, никуда я не. Я в пакете где-то, я не помню, я шапку и тельняшку эту. Я никуда, и куда я ее дену? Ну, видишь, теплее будет сейчас, блядь. Как вы, блядь, троем спите на эти трубы? Или просто сидите, если не нажимаете? Мы это самое, вообще это самое. О, фу, так. А это Танька, ты выпить? Налей. Ну, блядь, как я буду? Юбка, я из них вылечу. Так, ну, что тебе пока хоть тепло будет, блядь? Ой. Юбку прижми, да. Нихуя у меня. Хотел сказать, кто тебя увидит, а многие увидят. Бульдог, нашел невесту на себе. Пока идешь, у тебя они спадут. Давай, 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 похмеляйся, вы что, блядь? Похмеляйся. Серега тоже нормально. Я Серега говорил, что кисель-то сосед, их нету, они туда к отчиму уехали, к его. Так он и есть, он просто приезжал, их я бронил. Все. Сейчас рыжий там, люди перешел там. Трусы и тельняшки, по-моему, Валентин забрал. Да? Да, потому что это... мы спрятали где этот диван, туда. Вот, мы здесь вот сидим, пьем, он проходит, мы-то его видели, мы пока сидели пили, он побежал проверять, а их уже нету. А я думаю, что он там трется нахуй на диване-то, Валентин. А ты, сука, сейчас не за руки же здоровался, водку ему дал, блядь. Кому? Валентину нахуй. Так я не помню, что там было, там вообще, я в таком состоянии был, вот откладывал. Так, дай Сереге сигареты, Серега, водки у тебя есть, пока сиди, пошли, поехали, сидим до деда. А, готовишься? Да. Пошли, Танька, хоть Танька в машине погреется, блядь. Дай мне сигареты. Ну пошли. Есть там, я же там, Серега, сиди там, я по-моему приеду тебе сейчас, а? Водки хватит тебе? Вы не долго? Да нет, чего, какого долго, еще поять дней, что ли? Да нет, сигарет, пачку дай ему, пачку дай. А, Тань, дай, я тебе дам сигарет, у меня есть там, дай ему пачку, что ты? Деньги не вырони, блин. Ой. Все, поехали. Сейчас, Серега, приедем, будь здесь. О, гульки у них тут. Вы что, голубей откармливаете, по-моему, идите их, что ли? Конечно. Как курочки, нахуй. Потом идите их. Ну что, пошли в машину, нахуй. Все? Они ручные у вас, что ли? Они сюда привыкли. Кто? Да, воробей у них такой, да? Он там, ну, он там, у них тут, он один такой. Пока они там что-то прыгают. Промеж них быстро. Кусок, нахуй, хватит. Нихуя себе. Ну все, давай.
сажай, мадам, сейчас вам пузырек дам, блядь. Сигарет дам, блядь. Курите машину, только окошки открывайте. Бульдог, бульдог, нахуй. Дай глоток, блядь. Держись. А вот что там, водку слаживаем, сейчас ебется. Да и похуй вообще. Похуй вам, Серега, да? Держи. О! Я тоже машина была, это год назад. Да? Год назад? А что так, как так сорвалась-то? Ну, видите, на диване сорвали. Согласен. Знакомый просто хороший. Болел? Блин, у тебя дети-то увидят тебя ведь? Да. А где они у тебя здесь? Да, у меня дочка в реанимации работает. Че? Дочка в реанимации работает. Так может я домой лучше вернуть? Нет, так они меня не пускают. Почему? Ну, потому что пью. Пьешь? Угу. Так ты че? Вот так вот, ребят. Лучше больше денег. Я бы просто так и была бы. Так ты, блядь, бульдог, домой бы вернул, блядь, Таня, да? Таня, домой вернул. Сейчас ее увидят, так может родные придут, заберут ее. Где? Бомбарюк? Не, не к себе домой-то. Не к себе домой-то. Вообще домой бы, что, она к себе домой ушла. Че? Я-то... У меня нету дома. Как нету? Тебя что, вообще выгнали, что ли? Ну, блядь, ну поругались, что? Я жила у бывшего мужа, у Серега. А, вы? Не пьет вообще. У меня все вещи, у него все там. Все. А что за блядь-то? Он меня тоже не пускает. А что, где? Не пускают, если бы я за вещами с ними пришла. Не, а что это? Таня, а что к детям? А к детям? Дочка считает, семья у нее. А сын по вахтам, сын у матери живет. Не, я понял, а у тебя же что, где-то жилья, что ли? Нет, я прописана на малость. Ребят, брат родной, сука, паскудник, блядь. А! А! А, брат родной, нахуй! Бросай нахуй, садись на ней, поедем. Это мой родной брат, кто? Сейчас. Подожди, брат родной, подожди, багажник уберешь там. Подожди, подожди, брат родной, 5 секунд. Не-не. Здорово. Брат родной, иди сюда, багажник бросай. На тебе пузырь. На, держи. А нет, ты бросай сюда, сиди в машину. Дальше, на. Я просто, братан, вещи бросай все свои, блядь, ты не лезешь нахуй. Поехали, брат родной, блядь. На. Я думал, где я видел. Беги. Нет, беги. Да надо выбраться, все, беги. Да не, давай, садись. Ты че? Все, он поехал, брат, давай, все. Не, вот сюда садись, зад садись, зад. Двигайся, нахуй. Все, давай, пока. Да бог тебе здоровья сюда. Мы с тобой еще увидимся. Я знаю, что увидимся. Да можно. Я хотел, на карте хотел, конечно, увидимся. Еще не раз. Вам здоровья. Давай, счастливо. Брат, за здоровье. Давай. Спасибо. Мы тебя еще увидим на Игарске. Брат родной, блядь, ты приехал с Нью-Йорка, да нет? Я приехал с Нью-Йорка. Да. Тебя тоже рад увидеть. Понял, я понял, рад увидеть, я понял, я тебя тоже рад. Брат, закрой дверь, брат родной, ты выпадешь нахуй. Да подожди. Закрой, что ты? Вот все. Я сам закрою. Дверь, я ухожу. Квартиры, мужик, до сюда. Ребят, давай, все, давай, счастливо, удачи. Давай, не скучай, нахуй, елки-палки, поехали. А что, скучаешь? Да я, знаешь, скучаешь, а зачем мне? Ты уху-то не ел сегодня? А? Уху-то не охуел? Нет, уху не ел. Еще рано надо. Все, давай. Каратист. А это что такое? Боксер. А? Боксером? Блин, нахуй. Брат родной с кими? Брат родной спортсменами трется, да, брат родной? На реке зовут. Это, блядь. Чемпион мира. Ты чемпион мира? Герой. Это, блядь. Это, сука, чемпион мира, да? Паскудник. Поехали до Рыжего тогда. Где он жил, там в шалаше. Там не там он. Где? Нет, он сказал, что куда это самое. Это сказал, это...
вот туда колодцы, где вот это, на Королёва 22. Ну, а там же? Ну, поехали, я сейчас покушаю, пойдем, поедем туда на поляну, там посидим, да? Да. Все, ну поехали туда нахуй. Покушать вам возьмете что-нибудь. Порассказывайте, ребята, но это будет чуть позже. Пусть и красота. Брат родной, блядь, как в машину запрыгнул, как, блядь, родную машину, да, брат родной? Чего, всегда.